Так, последний кейс, последний кейс. И чё, и опять аркана на СФа? Какого чёрта? Две подряд! Всем привет, чуваки, с вами Топ Дота, и сегодня мы будем открывать кейсы. Мы не делали с этого уже, наверное, не знаю, год, может, полтора. Короче, очень долго мы ничего не открывали, и здесь как раз новые кейсы завезли на тесте дропе, и посмотреть, какие они лютые. Здесь есть кейс Энтони Шоу, кейс Алькора, кейс Миссисипи и кейс меня. Тот ютубер, у которого кейс раскупят быстрее всего, получает ДК-хук, и, возможно, это буду я, но пока что я всираю вообще всем. Вот. И что самое интересное, не только ютубер получит ДК-хук, но и юзеры, которые будут здесь открывать кейсы. Например, вы, если вы хотите получить себе ДК-хук, просто тоже заходите, открывайте все это дерьмо. И если вы будете в топе по открываемости, то есть если вы больше всех откроете, то вы тоже получите сраный хук. В общем, тут вот уже движ какой-то идет, все что-то открывают. Тут уже по 700, вообще вот 700 кейсов Миссисипи уже открыли. Давайте тоже посмотрим, что здесь падает у этого Миссисипи Пикачу. Как видите, я уже немножко покрутил, посмотрел обновку перед тем, как записывать, чтобы было вообще какое-то представление. Так, и что нам падает здесь? И падает нам какая-то херня. Миша Миссисипи, что ты, собака, творишь? Ну, что я могу сказать? 25 рублей, нормально. В принципе, вот знаете, чтобы, допустим, 10 кейсов открыть, не обязательно донатить косарь сюда. Понимаете, да? В чем здесь прикол? Стоит 99 рублей один сундук. Если вы будете просто продавать лишний мусор, то вы там рублей за 500 уже откроете эти сраные 10 кейсов. Вот, например, Gleaming Seal. Зачем он мне нужен? Продаю его, конечно. Продаю, открываю дальше. Так, вот уже какой-то у меня, какой-то будет уже 17 или что-то такое. Сейчас обновим страницу, посмотрим. До хрена кейс я уже открыл, надо сказать. Сейчас, может быть, дойдем и до Hell кейса, посмотрим, что падает в нем. Так, Бурнин, Джек, какой-то там непонятный хер. Но это, конечно, вообще неинтересно. Так, что тут у нас вообще? Кстати, у меня классная мышка сломалась, вот смотрите. Я нажимаю один раз, она выделяет. Да хватит, успокойся, вот. Вот, 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 это чудесно. Я не знаю, что с этим делать, но главное, что мы выбиваем здесь практически аркану, кстати. Неплохо, неплохо. А вот чувак аркану выбил. Да, мы, к сожалению, не такие классные, как этот чел, но что-нибудь мы тоже покрутим. Так, у нас уже практически 20 кейсов. Я сейчас вот этот кручу, и у нас становится доступен Hell кейс. Черт бы его побрал, это на самом деле очень круто. Так, и выпадает какой-то Вибли. Не, Вибли это, конечно, прикольно. Я даже говорил в своем видосе, что это очень классный курьер. Но за 6 рублей, а за 6 рублей мне он не нужен. Так, и крутится, господи, Hell кейс. Что ж тут выпадет, что упадет, быстрее. Главное, чтобы не вот эта херня, блин, а все остальное круто, да? Тупо, если не вот это, то все остальное это кайф. И выпадает бензопила, кстати. Она сколько, рублей 500 стоит? 900. Ну, я думаю, бензопилу можно будет оставить, и, в принципе, слушайте-то, это нормальная тема. Так, где же падает что-нибудь получше, потому что пока что мне что-то не очень нравится все это дело. Пока что я, конечно, вроде как еще не в минусе, но уже близок к этому, это не очень-то хорошо. Я все-таки хочу что-нибудь хорошее на выигрывать, может быть, даже розыгрыш устроить. Так, нет, какая-то херня, даже не буду смотреть, сколько она стоит, я все равно знаю, что очень мало. Давайте аркану, что ли, попробуем достать. Вот эти кейсы, они когда-то были очень хорошими, я бы так сказал. Сейчас не знаю, что с ними стало. Так, какой-то даже Петр в сеть зашел, я очень ему за это благодарен. Аркана! Аркана! Сволочь, что ж ты творишь? Так, ладно, давайте на СФа. Может быть, на СФа попрет, господи! Я пока уже в минус хожу, вот сейчас вот минус 200 сразу, где там она улетела, вот. Это, конечно, неприятно. Так, нет, а опять лососнули, да все, 15 рублей продать. Легионка, давайте легионку. Если сейчас с легионки не выпадает, я не знаю, что уже открывать. Чуваки, пишите, что вы на тесте дропе открывали и окупались, потому что я сегодня вообще лососирую. Господи, одни арканы, какого хера? Так, а вот это вот интересно, вот это вот хорошо было, вот это я забираю себе, а вот это нормально. Блин, ну тут я уже в принципе доволен. Дружко кейс, ух ты, появился какой красивый. Давайте дружко кейс откроем. Дружко кейс это штука хорошая. По крайней мере, лысый красивый мужчина нам уже обеспечен. А это что такое? А это, кстати, нормально. Ну я продам, потому что 360 рублей всего лишь, но выглядит прикольно. Так, блин, ребята, начинают налаживаться дела-то у нас, все хорошо становится. Если бы еще просмотры на канале были же такими классными, как дропс кейса вот этого вот чудесного, как он там называется, не знаю.
то было бы все вообще замечательно. Но пока что только здесь везет. Так, что это? Genuinform. Херня какая-то. 45 рублей. Не очень интересно, не очень интересно. Давайте дальше куда-нибудь, блин. Вот я вообще без понятия. Давайте Golden, короче. Когда-то тут вообще реально хорошая штука падала. Башеры очень часто дропались, Скади и еще что-то. Тут, короче, изи можно было окупиться, просто легчайше. Если сейчас выпадет что-нибудь такое же, я буду доволен. Давай, оп, это тоже хорошо. Ой, хорошо, 500 рублей. Все, отлично, заехало. Вроде как поднялись. Давайте теперь что-нибудь жесткое откроем. Может, Infernal или Exclusive? Infernal или Exclusive, чуваки, я не знаю. Так, блин. Короче, не знаю, давайте Immortal сначала, Immortal для разогрева, и потом варим на что-нибудь жесткое, чтобы прям вообще аж всполыхнуть немножко, если что-нибудь херовое упадет, и всполыхнуть в позитивном ключе, если упадет что-то хорошее. Так, Elder Timebreaker, кстати, блин, все, пошло дело, ребята, я, короче, нащупал золотую жилу, надо просто по кейсам прыгать, и тогда точно повезет. Не надо засиживаться на одном месте, может даже теперь ютуберов попробуем пооткрывать. Потому что чуваки их тут нон-стопом крутят и крутят и крутят. Значит, что-то в этом есть. Значит, это я такой невезучий, а не кейс плохие. Так. И что здесь выпадет в этот раз? У Энтони Шоу хорошо! Нет, макака какая-то. Сколько она стоит? 51 рубль. Кстати, прикольная макака, надо было оставить. 51 рубль это не так прикольно, как эта шмотка. Она, я бы сказал, дороже своих денег стоит. Вот. Так, ну, давай Аркану, сволочь, Аркану! Кстати, окупились. Ну, окупились и хорошо, надо сваливать. Давайте, короче, случайную Аркану или сет, может быть, здесь нам какая-нибудь Аркена упадет. Я вообще без понятия, на самом деле, но почему бы нет? Господи, сколько здесь предметов? Миллион или два? Я листаю, мне монитора не хватает, посмотрите. Так, и что нам падает? О, какая-то хотя бы мистика, а не вот эта херня. Уже неплохо. Да, но все равно мы не окупаемся. Так, еще разочек. Сдаваться сразу это для лошпедов. А это что, это я? Не, мне показалось, что это у меня багнуло. Не, все в порядке. Так, Twin Blades Assassin. Нет. Спасибо, я не голодный. Пойдемте дальше. Короче, чуваки, настало время. Infernal Case. Опа, Аркану кто-то. Модератор тестидроп, это что за херня? Модератор тестидроп Аркану выбил. Ну, красавчик. Congratulations. Так, крутим и выбиваем. Auspicious Wuvengur за 762 рубля. Это хорошо, чуваки, это хорошо. Блин, давайте, короче, все, что я выбил, сегодня я разыгрываю, потому что это реально годный какой-то дроп получился. А этот кейс я уже открывал, к сожалению. Да, кстати, здесь есть ежедневный кейс, можно бесплатно открыть, если хотите, заходите, открывайте. Ну и вот это вот еще. Так, короче, я пока что слишком много всего навыбивал, и я не знаю, куда идти дальше. У меня 2000, я думаю, я сейчас потрачу их на какие-нибудь лютые, огромные, дорогие кейсы, и на этом мы закончим. Потому что ролик уже длится долго, вы уже хотите все, чтобы я назвал условия розыгрыша и свалил нахер отсюда, а я все никак не могу этого сделать. Так, Таунт, Разор Флип, иди отсюда. Неинтересный. Эксклюзив, Тейсти Кейс, поехали. Все, 979 рублей. Можно сразу под стол залезать, чтобы не видеть этого позора. Я не хочу сливать косарь, господи, я мог бы на него жить 2 года, наверное. Так, ну, давайте, хорошее что-нибудь, пожалуйста. Хорошее. Так, ну, Аркана, кстати, блин, нормально. Аркану забираем, ну и давайте последний. Последний кейс, чтобы уже понять, что мы сегодня разыгрываем. И чтобы понять, что моему секлинеру нужно апдейтиться. Че, download? Не, ладно, потом обновлюсь, чуваки, сорян. Так, последний кейс. И че, и опять Аркана на SF, а какого черта? 2 подряд! Короче, чуваки, мне очень понравилось сегодня крутить сундуки, открывать, крутить, не знаю, что мы с ними делали. Раз, два, три Арканы, какая-то херня. Блин, чуваки, я думаю, это вам не надо, я потом кейсы лучше покручу. И вот эта вот штука. Я думаю, будет справедливо, если я заберу себе хотя бы бензопилу и вам дам 3 арканы на розыгрыш. Так что, делайте, не знаю, что там надо делать, я уже забыл, давно видосы не снимал. Делайте подписку на канал, оформляйте, ставьте лукас видосу и в комментариях скидывайте что-нибудь.
среди всех комментариев я разыграю, короче, и буду проверять, подписаны ли эти люди. Если вы оставили комментарий, но не подписались или не нажали лайк, то как бы сорян. Уже много перерозыгрышей было, поэтому не надо, не надо. Лучше сразу подпишитесь, нажмите Лукас и коммент оставьте. И все. Итоги будут, давайте, не знаю, через неделю... Все всем отдам на своей странице ВКонтакте. Она будет тоже в описании. Ну и, конечно же, заходите на тесте дроп, потому что здесь можно открывать кейсы вот этих чудесных ютуберов, в том числе меня. Помогать выбить ДК-хук ребятам. Надеюсь, мне. Чуваки, пожалуйста. Если я его выиграю, я его, конечно, не разыграю, потому что я его себе хочу оставить. Но что-нибудь классное я тоже замучу. Так что заходите, открывайте, выиграйте всякие батлпассы, не знаю, бензопилы, как я, и все у вас будет хорошо.